Шахарки играл у нас. Ну где-то это будет, наверное, в июле. Да. А труба это где у нее? А? Труба где? Вот та? В этом самом. Ой, сейчас скажу. Спортивная школа есть в Перечине, в Закарпатье. Там стоит котел ДВГР. ДВГР старый. Ну. Его ставили еще в 1955 году, по-моему. Да. Так еще у нас. Сейчас будут менять. Но КПД у него ровно то же самое, вот. Но только там больше трошки. Ну, у нас, я вам скажу, сделали новый котел, вот этот. Ага. Не работает, нияк не работает. Ну, и это он не будет работать. Уже заглушили и все, неправильно там что-то наварили, тогда денег сумасшедших отдали. А это кто делал этот котел? Ну, оце я тут ще не работав, коли його робив. Тут і директор другий був ще, це раніше. Ну так він... Тобто його можна, в принципі, його можна зняти і поставити нормальний котел. Ну, це працює, я скажу, отлично. Ні. Очень хорошо. Нічого, не це саме, я навіть нічого не буду говорити. От тут поставити нормальний котел на углі і на дровах. На углі і на дровах. Ну, а може тоді краще на палетах вже ставити ті котли? Зачем? Ну, проще и удобнее. Нет, проще, да. И людей меньше надо. Ну, на самом деле проблема занятости, она тоже есть проблема. Если будет человек, который будет все время работать, он будет зарплату получать, ну, домой, деньги носить. Тут же, знаете, есть какая-то глобальная социальная проблема, которую надо решить тут быстро, в течение какого-то времени. Это уголь и склад и дрова, да. Вон, загляньте дров там. Дрова есть, дрова, пылка у нас есть, пыляем мы сами. Пылка есть, все нормально. Бензопила, бензокоса.